В сентябре по всей стране стартовала акция «Кросс нации». Как правило, в ней принимают участие учащиеся и работающая молодежь. Но воспитатели Суходольского детского сада «Сказка» также не оставили это событие без внимания. По их мнению, любовь к физической культуре нужно прививать с раннего возраста, поэтому «Кросс нации» прошел и в их учреждении. Конечно же, наш детский сад «Сказка» не остался без внимания к такому грандиозному спортивному мероприятию. Цель данного мероприятия, конечно же, пропаганда здорового образа жизни и физических упражнений. Ну а самое главное для наших воспитанников – это то время, которое они проведут со своими самыми близкими людьми – мамами и папами. Началось мероприятие на территории детского сада. Вместе с родителями дошкольники сделали зарядку, размялись, после чего состоялась пробежка до Олимпийца. На футбольном поле сотрудники спорткомплекса еще раз провели зарядку для участников акции. После этого началась самая веселая часть – эстафета. Впечатление – правильная позиция. То, что привлекает внимание именно к здоровому образу жизни, потому что проблема табака и алкоголя, это, конечно, среди подростков, а также взрослых, сейчас, конечно, очень печальная. Спорт – это все-таки это достижения, какие-то звания, разряды, а физкультура – это именно поддержание здоровья конкретно. Мне очень нравится, что люди все равно стараются приходить и хоть понемногу, но двигаться. Я бегала, бегала, не попалась. Валентина Поликарпова, Антон Иванов, информационная служба телекомпании «Радуга-3».